ведут Анна Полиденко, книжный блогер, сотрудничает со многими издательствами Украины, пишет отзывы о книгах, является членом детского жюри IBBY, Международного совета по детской и юношеской литературе, и в этом году член жюри нашего конкурса. И Белла Хармерян, исполнительный директор фестиваля «Зеленая волна». Спасибо. Приглашаем на сцену главу оргкомитета фестиваля «Зеленая волна» и Корничуковского фестиваля детской литературы, директора Корничуковского фестиваля, сопредседателя жюри конкурса «Корничуковская премия» Галину Анатольевну Безюкович. Добрый день, дорогие наши авторы. Я очень рада, что у нас есть возможность издавать ваши замечательные произведения. Эту возможность нам дает наш мэр Геннадий Труханов. И книги, куда ваши произведения попали, будут розданы в библиотеке города, области, в Национальную библиотеку Украины и еще в нескольких национальных библиотеке нашей страны. Спасибо за то, что вы есть. Я хочу выразить отдельную благодарность нашему жюри, который возглавляет наш любимый лауреат Шевченковской премии Владимир Рудковский. Да. Он, к сожалению, не сможет сегодня сказать речь, и он флюиды его доброты, любви и таланта распространяются по всему этому нашему замечательному помещению, павильону. Я не буду задерживать долго ваше внимание, тем более, что мне самой очень хочется увидеть наших победителей и посмотреть на их счастливые лица. Будьте нам здоровы, не бросайте наш конкурс. Наши дети нуждаются в ваших произведениях, потому что большинство из них просто гениальны. Спасибо вам большое. Победители получат на память сборники произведений победителей конкурса «Корничуковская премия». И за это мы выражаем огромную благодарность Одесскому городскому совету и Одесской областной государственной администрации. А фотопартнер фестивалей – это мастерская практической фотографии, фотограф и я, Бориса Бухмана. Уважаемые участники, у нас будет просьба. После вручения призов мы не уходите сразу со сцены, дайте возможность фотографам запечатлеть этот момент. Итак, мы начинаем. Поэзия для детей. Авторы из Украины. Третья премия. Юлия Перегуда. Город Киев. Казка про кришталевого оленя. Вторая премия. Ольга Рева. Город Золочи. Про собак. Вторая премия. Выбор детского читательского жюри. Виктория Цариная. Город Донецк. Сборник стихов. И первая премия. Степан Воронец. Анатолий Качан. Город Киев. Костепчане игры. Приветствую победителя первой премии. Спасибо вам большое за замечательное произведение. Мы для имени конкурсантів, які ми з'явилися сьогодні, ми подякуємо організаторам конкурсу цього цікавого, жюри, які щороку відкривають море талантів. Окрема подяка Корнілію Івановичу Чуковському, який збирає нас щороку вже 27-й раз. От, він став класиком, незважаючи на те, що каменя на камені від нього не залишали і Крупська, і Агнія Барто. Тим не менше, Михалков сказав, ні до нього, ні після нього, ніхто так не писав. Пробував ваш земляк Саша Чорний. На столі стоїть стакан під стаканом таракан і так далі. Але це вже було наслідування. І ще одна подяка Одесі, завдяки якій, де я вчився в Одеському університеті, став поетом-мариністом. Потім на Дунаї мене завело. Це провідна тема. У цій добірці теж дуже багато віршів про Одесу, про школу над морем, яка схожа на літаючу тарілку «Молода гвардія». От, про отут присутній наш знаменитий художник Сергій Савченко, який розмальовує таракуцю. Там є вірш про таракуцю, привітаємо його. Так що
море талантів, це завжди Україна буде. Творчість – це справді основне в житті, це пошук найголовнішого в житті. Хай щастить всім нам. Спасибо большое. Поэзия для детей. Зарубежные авторы. Третья премия. Ирина Мацкова. Город Кошице, Словакия. Сбирка вершин для детей. Вторая премия. Анна Музыкантова. Город Архангельск, Россия. Стихи для детей. Первая премия. София Швец. Город Москва, Россия. Детские стихи. Авторы из Украины. Третья премия. Людмила Кравченко. Город Харьков. Забавные истории. Вторая премия. Ніна Карец, Шацк, Волинська область, втеча Крунтика і Жоржетти. І перша премія. Ольга Тернова, город Харків, сказка о сказці. Вопрос для дітей младшого возраста, зарубіжний автор. Третя премія. Діана Островерхова, город Балашиха, Росія, Черніка для облака. Вторая премія. Ира Данилова, город Санкт-Петербург, это не Тритон. Вторая премия. Виктория Копоногова, Москва, спасение репутации. Первая премия. Евгения Боэс, город Лион, Франция, Работенок. Проза для детей старшего возраста и юношества. Авторы из Украины. Третья премия. Наталья Ковы, город Одесса. Каникулы, секретом или что скрывает графскую усадьбу? Наталья, спасибо большое. Хотите сказать два слова? Эмоции переполняют. Огромное всем спасибо. Я счастлива. И еще раз хорошо спасибо. Спасибо большое. Мы ради того, чтобы вы были счастливы, делаем такие конкурсы. Вторая премия. Владислава Дудни. Поселок Ланная. Полтавская область. Светлина. Первая премия. Город Одесса. Любовь Певцова. Ксюша и Любовь. Мені дуже приємно отримати цю першу премію. Ксюша Ведмідь дуже довго народжувалася, починалася зовсім з маленького оповіданнячка. Але дякую моїм старшим друзям, це Володимиру Рудківському і Наїлю Муратову, за те, що вони дали мені чарівний такий пендель. І народилася така повість. Дякую. Дякую вам большое. Старшего возраста и старшего возраста и юношества, зарубежные авторы. Третья премия. Вика Беляева, Ростов-на-Дону, банда неудачников. Третья премия. Михаил Фартуш, город Афахим, Израиль, Цифра. Вторая премия. Анна Вербовская, город Москва, Фрид. Первая премия. Вероника Исаева, Санкт-Петербург, на живую кнопку. Для детского кино и театра. Драматургия для детей и юношества. Авторы из Украины. Третья премия. Юлия Кулиш, город Киев. Чао, какао. Вторая премия. Дмитрий Терновой, город Харьков. Крыло Метелика. И первая премия. Инна Ищук, город Одесса. Волшебная монета. Спасибо большое, Инна. Вам слово. Спасибо большое, не ожидала, но очень приятно. Мой киносценарий родился из рассказа. Меня стимулировали на конкурсе, чтобы я написала сценарий, и хотели его снимать, но не получилось пока. Это рассказ, сценарий о волшебной монете, которая исполняет желания. Но за все нужно платить. Спасибо. Спасибо большое. У
Уважаемые участники, мы знаем, что вопреки просьбе присутствовать на площадке только победителям конкурса, есть те, кто не занял призовое место, но приехал на фестиваль, и мы вам благодарны. Дипломы получают Виктория Селезнева, Винница, Тёма и Ким. Алена Грабовецкая, Одесса, чудесные сказки. Романа Лесько, село Чубинское, Зайчики и Николайчики. Инна Ищук, Одесса, Золотой банан. Вороны ушли со сцены, Инна. Фарида Миспет, Одесса, Марта. Спасибо. Евгений Сичненко, Хмельницкий, Лесова пригода. Спасибо. Александр Игнатенко, город Киев, життя чудово и неймовірне. Галина Вєрк, Одеса, Аля в країні недолаги. Дядько Мудрило, Еліна Заржицька, Дніпр, пройти по Царграду. Дипломанты конкурса: Инна Чешенко, город Запорожье, Черевный Кулон, Екатерина Еременко, Киев, Сока и Черри, Артем Баранев, Киев, Шеди. Дорогие друзья, на этом наша в этом году скромная и очень такая быстрая церемония подошла к концу. Всем вам большое спасибо. Завершен конкурс этого года, но мы уже через месяц открываем набор заявок на конкурс следующего года. Пожалуйста, мы ждем ваши работы. И, наверное, это самый классный конкурс, потому что то, что взрослые пишут для детей, и потом дети это читают, это очень здорово. Спасибо вам большое.